One, two, three, go! Tell me what she's got that I don't have. Can she rock these boots and camo swag? Let me show you how I can ride. Babe, we'll go real high, cause I can go faster. Oh yeah, a perfect disaster. Ты на вершине, а вот какая американская горка. Они просто падают вниз. Страшно. Давай, спускайся. Даш, смотри, подрастешь, вот здесь тоже прокатишься на вот этой горочке. А ты будешь меня снимать? Конечно. Ты хочешь, чтобы тебе нарисовали лицо? Нет. Не хочешь? Смотри, как вон можно лица нарисовать, всяко-разно. Я хочу вот так и вот так. Как? Вот так и вот так. Но так я не буду. Ты не хочешь? Мама, выбрать из этих. Хоть не это. Из этих. Okay. Из этих. Смотри, как девочки лицо красиво рисуют. Nice. What color? Они рисуют вот это. Да, вот эту рисую. Наташа сейчас у нас полетит вот на этом орле. Ну что, ты готова? Да. Давай. Поехали. Вперед! Ну что, понравилось? Ой, здесь страшнее. Страшнее было? Да. Наташ, ну набирай, набирай. Нажимай вот так. Вот. А что-то так мало. Нет, я не мало, я просто хотела вот так сделать. Так, это синий, да, цвет? Вот такое она себе мороженое делает. Смузи. Так ты побольше сразу набери, не надо трясти. Красный. Теперь снова синий. Я буду синий красный. Теперь синий. Вот в красной этой банке ничего не видно. Потому что она закручивай. Хорошо закручивай. Я не умею.
баночку держи. Здесь стакан, как его назвать. So we've got number 5. And we have number 4. Are you both ready? Yes. 3, 2, 1. That is a winner on number 4. So you get a Pokeball. Thank you. Here you go. Thank you. Наташа, я выиграла на это тебе. Ты хочешь еще? Еще раз? One more time. Ты будешь зеленую. Cat. Ты будешь зеленую. Хорошо. Это, наверное, лучше. Я выиграю в этот раз. Ты выиграешь. Okay, so we've got number 5. And we have number 4. Are you both ready? Yes. 3, 2, 1. Winner on number 5. Ah! You won again. Pikachu and Bulbasaur. Что ты хочешь? Пингвин вот так. Blue? Пингвин? Okay. А может ты хочешь вон тот желтенький? Нет, пингвин. Пингвин. This one? Yeah. О, Наташа выиграла. Я Thank you very much. Утку выиграла. Я выиграла. Ура! Наташа, ты выиграешь вот такой классный пингвин, большой, легкий. Рада? Господи, боже, они вверх ногами падают. Плывут. Ты тоже так? Ты тоже так будешь плавать сейчас? Нет, я не хочу плавать. Ты так не хочешь? Смотри, как здорово. Я буду плавать. Ты пойдешь в другое место? Да, это слабошик. Ну, прикольно, все плывут. Тут бешеная вода, тут опасно купаться. Опасно маленьким детям, да? Да. Очень даже прикольно. Это бешеная вода. Это очень опасно. Такие фонтанчики классные. Вот бассейн. Качели, карусели, здесь же и покупаться можно. Так, а ты ноги сверху положи на баллон, вот туда ноги, и ты будешь сидеть. Нет, хочу так. Так хочешь? Или ложись на него. Снять не хочешь?
варенье. Пробка образовалась. Наташа всех обошла. Вот здесь вот такие другие фонтанчики. Горка маленькая. Ну что, Наташа, куда мы еще пойдем? Мы пойдем, где можно много-много людей. Много-много людей? А что там такое? Крутится и вверх, и вверх, и вверх. Это как мамалка. Карусель такая? Да. Еще будем кататься? Да. Хорошо, сейчас пойдем. Ну как, номер 29 будешь? Твоя машина 29. И это, Наташа, на машине нарисованы твои любимые конфеты. Reese's. Твои любимые конфеты нарисованы на машине. Мои конфеты? Да, которые ты любишь. Reese's. Так, ремень пристегнут, все хорошо. Ух ты! Круто на поворотах. Наташа, ты поедешь в первом вагончике, да? Немножко страшно будет. А? Hey, girls. Такая американская горочка. Не очень большая, но все равно страшно немножко будет. 1, 2, 3, go! She's got that I don't have. Can she rock these boots and camo swag? Let me show you how I can ride. Babe, we'll go real high, 'cause I can go faster. Oh yeah, a perfect disaster. Oh yeah, like a rocket blaster. Oh yeah, that little girl. Вот какие кони. Большие, огромные. Кого бы ты хотела, Наташа? Rainbow Dash? Нет. Rainbow Dash и Fluttershy. Fluttershy это солнце. Ну, давай, Наташа. Ты должна попадать вот в эти дырочки. Бросай. Не попала. Следующий. Не попала. Помедли, потише кидай. Не попала. В беленький попала. Не попала. Не попала. Ну давай, Наташа, удачи. Не попала. Нет. Не попала. Наташ, хочешь вот на этих качелях покататься? Страшные. Готовые?
Игрушки, да. Сейчас пойдем выигрывать, да? Вот сюда идем. Что-нибудь выиграть сейчас Наташа попробует. Ну давай. Нужно крутить колесо. Наташ, вот тут. Вон туда иди, где тебе говорят. Сильно. Давай, 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 давай. Все, жди. Жди. Сейчас посмотрим, что ты выиграешь. Так, 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 так. Наверху вот этот флажок, где он остановится. Все. What is this? 50% off the blade of the British shop, which is this one. What they win? Бумажку. Какую бумажку? Почему? Хочу еще раз. Еще раз? Хорошо. Хорошо. На тебе еще денежку. You want again? Yes. Ну давай, посильнее крутани. Все, ждем, где флажок остановится. Ну вот что Наташа выиграла, вот такой пистолет. Ой, он еще и светится, там лампочки светятся, да? Ну пусти пузыри, покажи, как это делается. Да, и вот так вот летят пузыри. Рада? Ты рада? Колечками на бутылки. Ну давай, Наташа. Давай, давай, давай. Сейчас я попробую помочь тебе. Симпатяга. Лапки какие хорошенькие. Нажимай на эти кнопочки, и вот ты делаешь, чтобы он шевелился, динозавр. Да, вот на какую часть будешь нажимать, та часть будет шевелиться. Вот, видишь, как классно. Теперь хвост. На хвост нажми. Посмотрим, как он хвостом. Я думаю, не работает. Хвост не работает? Не нажимай! Он хвостом не хочет шевелить. Голова и шея работают. Пойдем дальше. Привет, друг. Вот этот другой. Ой, как он лапочками шевелит. И хвостиком он шевелит. Видишь, Наташа, какой молодец. Весь шевелится. Ой, какой молодец. Малышка. Малышка, ничего себе. Огромный. Смотри, как он лапками шевелит. Прикольно. С лапучками. Такие когтищи там у него. Ух ты! Классно сделаны, как настоящие. Ой, Наташа, вот этот какой огромный вообще. Прям большущий. Хвостище длинный. О, шевелится. Себе, представляешь, вот такие бегали по земле. Он называется Аллосаурус. Ты думаешь, это его мама? Да. Да уж, мамочка зубастенькая. Лапками тоже шевелит.
Ничего себе, зубы какие острые. Ой, а вот эти какие тут симпатяги сидят в траве. Смотри, у него туловище большое, а голова маленькая. Мне нужно попасть в эту камеру, чтобы он увидел. Ты ему пузыри пускаешь мыльные, чтобы он увидел? Нет, в камеру, чтобы он подшевелился. Ну, что-то он не шевелится. Может, он не умеет? Вот, Наташ, смотри, он не хочет, чтобы ты уходила. Он сразу стал шевелиться и мычать. Он очень добрый. Очень добрый? Да, он очень добрый. Ты думаешь? Так, этот уже другой. Здесь огромная выставка динозавров. Их так много. Да, Наташа? А вот следующий стоит. Наташа всем пузыри пускает, каждому динозавру приветствует. Наташа, а ты зачем им пузыри пускаешь? Ой, у этого какие-то рожки на голове, видишь? Это уши. А этот вот такой, обалдеть. Вот, да, снова кнопочки, да, можно нажимать, и он будет шевелиться. Ну, давай. Все. О, смотри, у него живот стал дышать. Живот шевелится, ну-ка. А на голову нажми. А, ну вот он головой шевелит. Вот Наташа нажимает пальчиками, и он шевелится. Огромный динозавр. Наташ, пойдем дальше. Вот какой симпатичный. Нравится тебе, Наташа, вот этот? Да, да, ему, конечно, пузыри. Вот. А вон там еще какие семейка. Ой, ему нравятся твои пузыри, Наташа, смотри. Да. Ух ты! Ему в рот залетают. Смотрите, какой огромный вообще. Он очень добрый. Он очень добрый? Да. Да, он листики с деревьев ел, а животных не ел. Ой, смотри, Наташа, он тоже шевелится и рычит. Очень большой. Так рычит. Ты как думаешь? А это мама? Да. Потому что она хочет спасаться. Она хочет, чтобы они больше не делали. Чтобы они не нападали на нее, да? Не делайте, не делайте. Только по динозаврам. На своем динозавре языке, да? Чтобы они все не приставали к ней, она им говорит, да? Да. Спасите, помогите! Динозаврика говорит. Спасите, помогите! Спасите, помогите! Зовет динозавриха, да, чтобы эти ее зубастые не кусали. Да. Они только травку кушали. Эти только травку кушали? Ну да, потому что они не такие зубастые. У них только две зубы. Вот да. Тот и вот тут. Два зуба. И все? Угу. Нежные зубы. А вон в яйцах маленькие. Вылупляются динозаврики. Из яиц. Прикольно. Вон там еще одно гнездо с малышами. А вот эти большие. Вот этот очень
большой. Сейчас я его подальше покажу. Огромный. Очень-очень большой. Вот люди рядом с ним выглядят совсем мурашками. Пока Наташи нету, я покатаюсь на этой скамеечке. А она пока что вон там шевелит, на кнопочки нажимает, чтобы вот тот динозаврик шевелился. Вон она там стоит. Наташ, на скамеечке так приятно покататься. Хочешь со мной покататься? Приятно-приятно, иди. Мы сегодня ходили, очень много, ноги устали. Садись. Я покаталась сильнее. Ну, садись, садись. Я хочу покатать нас сильнее. Ну ты садись, надо сесть сначала. Нет, я буду... Сейчас вот. Отпусти. Наш пингвинчик везде ходит с нами. Здоровский. Классная игрушка. Наташ, ну ты сядь, пожалуйста. Эй, я вот так хотела сделать. Вот так. О, здорово. Сзади ребята вот эти рычат. Впереди вот этот огромный стоит. А мы пока покачаемся. Видишь, вот динозаврики из яиц вылуплялись. Как цыплята. Как птички. Вот так они начались. Да. Да, этот, Наташа, очень большой. Огромный. Огромный просто. Да, его аж вон из-за дерева не видно. Он аж выше дерева. Ой, вон он еще и тоже там рычит. Пойдем дальше? Пойдем. Ой. Ой, ты какой! Ух ты какой! Ну, как будто еще что-то там ест. Звуки такие. О, конечно. Mojo, sir. Он мог дом съесть? Да, и камень, и остальные. Да, вот эти зубастые, они... Они, он самый-самый опасный. Он самый-самый опасный. Вообще опасный камень. Потому что он других животных ел. Да, даже людей мог съесть. И людей мог съесть. Даже кость, все-все на свете. Даже это может съесть все, что захочет. Все, что захочет. Даже деревья целиком. Когда Наташа жили динозавры, людей не было. А то бы, конечно, они бы всех людей съели. Они такие огромные. Это малышка Кова опасного динозавра. Ни в каком, Наташа, людей не было, когда жили динозавры. Люди еще не поселились. И все китайские. И в Китае тоже людей не было. Везде жили динозавры, на всей земле. С неба камень. Метеорит? Да. Ну, как-то упал метеорит. Потом постепенно динозавры вымерли, а люди поселились на земле. И теперь мы тут живем. Что вы знаете о динозаврах? Как они умирают?
лучше. Ребята, напишите нам в комментариях. Кто из вас лучше? Мы перейдем к другому видео. Да, ребята, что вы знаете о динозаврах? Напишите нам в комментариях. И кто из вас лучше напишет, мы в следующем видео передадим вам привет. Пока. 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 Наташа, хочешь вот на этой прокатиться? Нет. Нет? Не хочу. Ну я ребятам сейчас покажу, какая это классная качелька, каруселька. Вот такая лодочка. Домой. Наташа, ты на парковку идешь? Ну все, Наташенька, поехали домой. Да, и смотрите, я пристегнула пингвинчика как настоящий человек. Ты пристегнула пингвина как настоящего человека, да, чтобы он... То есть пингвина настоящего. Да, чтобы он не упал. Ну все, поехали. Поехали.